Так, следующая встреча у тебя, у дочки, на ее участке. Хорошо. Ну, давай еще вот сюда вот встань, я тебе, как говорил кот Матроскин, щелкну. Этот Поттеров, Володя, говорит, я у него спрашиваю. Я сейчас от него. Происхождение вот этой чертовщины. Я тоже интересуюсь. Говорит, это фосфорное с эритмелбой, скрещенное. Вот да? Это, формел. Он знает, потому да? И называется. Ну, в принципе, не, видишь, у него форма другая. Конечно, другая. А вкус вот поспелого довольно-таки приятный. Блин, червивого только могу. Фосфорное — это название сорта? Да. Ну, я такого не знаю, но это он так сказал. Да, и это я дома распробую. Дома. Ну, тогда возьми еще. Мне это... Дело в том, что я никогда не интересовался, ты же помнишь? Ты мне черенки резал, я их продавал. Да. Вот. Меня спрашивали, я говорю, по это характеристике этого самого Чернобаева лучше не бывает. Не, почему? Лучше яблоки. Вот Квинти твой сорт, который ты... А, ну так, а то Квинти. Ну, то Квинти. А, то Квинти. И это, они, знаешь, я бы сказал, равнозначные по вкусовым качествам. Так, ну, это же высшее Нет. качество, Квинти считается. Да, не думаю. Ой, конечно, ты совсем заелся. Я всегда считал, что Ред Мелба, она крутоватая. Да, ну, потом... ты елки, я же людей привожу, даю, вот всю осень. Вот тебе Ретмелба, вот тебе Квинти. Ага. Ну и что? Ну и Квинти тоже розоватые. Из 10, 6-7 человек говорят, Квинти лучше. Угу. А двое-трое говорят это. Я же не сам придумываю это, я же фильмы снимаю. А у людей... Хочешь, покажу эти, вот вчера собрал, начал, они так нежно держатся, бельфлёр китайки. Вот такие яблочки, хорошие, красивые. О, у меня два дерева уже полно плодов, спасибо. О, я все время говорю, ты у меня брал. Я у тебя бельфлёр китайку взял, по-моему, готовыми этими. Да, я с Втулы его перетащил, черенки, а здесь привел. Откуда? Из Втулы. Втулы? Ух ты. Что-то ее так расхвалили, ой, такое вкусное, шикарное яблоко. Знаешь, я его посадил, оно, конечно, шикарное все, ну... Ветра боится, падает, зараза. Не, недостатки есть у всех. Конечно. И, знаешь, недостаток. Вот, допустим, смотри, вот они. У меня тут же это газон. Да? Вот формел, хоть она уже типа спелая, нигде нету ни вмятин, ничего. Допустим, на газон упала. Вон оттуда. Mm. А это падает нежнее, зараза. Она, знаешь, это проминается место удара. Даже на газоне. Ну, это, ну, да, это... она мягче. Мягче. Ну, она просто мягче. Ничего страшного, это, я, видишь как, когда мне, я угощаю, чтобы авторитет больше был, я говорю, это лучший сорт Мичурина, из зимних пипин шафраны, из летних бельфлёр китайка. Это, ну тут вон тоже червяк где-то, вот они формелки вот такого, вот она величина его, да, и... В основном, когда созревает нормально, вот такое яблоко, оно крупнее не растет. Но вкус хороший, я вам точно говорю. Я, видишь, как вот так было, несколько раз к тебе ездил, и ни разу его не попробовал. Было же это? Было. А почему? Тоже зажрался? Вон твои созревают. Ага, я в этом году все мелкое. Ну, паразиты, черви задолбали немножко в этом году, я никогда не обрабатывал. А такой год? Вот, вот она, характерность его расцветки. Вот когда созреет такое, ну, обычно в два раза. Это у тебя, а у меня он практически зеленый. Ну, тут видишь, на макушке он солнышко. А вон, там. А внизу зеленые, абсолютно. Все правильно. Вот, посмотри, тени, они не окрашиваются. На, где солнце светит, пожалуйста. Так, давай еще раз. Итак, это, ой, то, что мы называем. Как мы его называем? Ну, ты присвоил Golden. Да не присвоил, говорит, приходит черенок, на нем написано Golden Железо. Тут это, я уже заболтал. Golden Delicious был. Golden Delicious. А выросла вот эта чертовщина. Ну, это чертовщина полностью спелая, вкуснейшая. Раз, лежит всю зиму. Два, плоды, это вот эта мелочь в этом году. Почему? Самое крупное за 500 грамм. Вырастет. У нее 12,5-13 сантиметров, это диаметр, когда она вырастет. Вот, ну здесь доберется до 300 грамм в этом году. Не-не-не, увидишь. Если вот эти непораженные, вот где, там вот кое-где пораженные сервем, вот зеленые, да, вот это вот. Если не сдует, увидишь, оно будет не меньше. Ну, в принципе, 500. Висеть до октября. Какой до октября? Я в прошлом году собирал их 3 ноября. О, а, ну это еще после какая? После первых заморозков.
Потому что ты объектив не держи, я сейчас тебя зальет этим домиком. А все, ладно, я отключаюсь. Да. Ага. Все, давай тогда. Ну, в общем, что я скажу? Дай я пожму твою руку. Давай. Я после твою того, руку. Когда два украинца, мои оба, один мой друг, второй, я даже до сих пор фамилию не знаю, но оба сказали, что от Железова, несколько, это фильм Железова, и благодарят Железова, и показывают такие урожаи, и показывают ведра полные косточек, а у него косточка мелкая. Вот, и я сказал себе, я еду к Чернобаю, вот, по принципу, империя наносит ответный удар. Ответный. Вот тогда, Сибирь. Когда вы с Николаем Курдюмовым писали книгу, вот, совместное было ваше там произведение, там есть моя фотография, где я сижу на фоне персика. Персик порядочный, 1.5 метра. Ага. И тоже весь это в персиках. Можешь открыть книгу, посмотреть. А что, я ее писал, я что, не знаю. Фотографию кто? Ты же помнишь, что тогда был тоже бешеный урожай. Я прям делал фотографии. Ведрами таскал. Да. И ведра даже вот так вот наберу, раз, поставлю рядом, щелкну, просто фотографию. Это те самые два первых персика с моего сада. Да, правильно? Да. Давайте так, заканчиваем разговор. Больше 20 лет тому прошло. Завтра к дочке. Да. Пока висит, надо снимать то, то и то. Стряхни капли с объектива. А поздно, я уже отключаюсь. Вниз опусти. До свидания. Ну, пока.